Всем привет, дорогие зрители! Снова с вами Акасий, солнечный Алания, район Тоснур. Канал «Недвижимость в Турции», Paradise Alanya. Если вас интересует какая-нибудь недвижимость, вилла, земельный участок, квартира и тому подобное, обращайтесь заранее. Я работаю по запросу. Итак, сейчас у меня есть запрос. Еще 2 плюс 1. Пришел снять хорошие варианты. И также вам тоже покажу. Есть денежные переводы у нас, как золотая корона, криптообменник, даже есть переустановка денег. Помогаем во всех процессах лично нашим клиентам. Звоните, пишите по номеру плюс 90-555-064-91-10. Вдобавок есть услуга с рублевых карт Тинькофф и Сбербанк. Вы отправляете на наши карты, и мы вам выдаем по высокому курсу лиру того дня. По курсу того дня. Офис находится около башни часов Махмутлара. Напротив магазина Беко. Это где бытовая техника, мебель и тому подобное. Где-то 50-70 метров от башни часов в сторону Алани по улице Барбаросса. С правой стороны увидите престиж Paradise агентства. Поднимемся на второй этаж. Мы вас ждем. Смотрим квартиру. Долго не буду говорить. Так. Квартирка. Вход. Хорошая прихожая. Шпик-шпук-шпок. Спальня. 17 квадратных метров. Первый санузел. Тут 2 санузла полноценных. Расстояние до моря максимум 750 метров между ними. Это максимум. Рядом протекает речка Дим. Квартира подходит под ВНЖ. Первый балкончик. Не буду открывать. Вид такой, как вы видите. Сторона юго-западная. Планировка интересная, хорошая. Я думаю, что 2 санузла, 2 балкона, полноценная, 2 плюс 1. Угу, вытяжка тоже есть. Так, вторая спальня, то есть. Также выход на балкон. Тут 15 квадратных метров. 14-15. Сюда можно полотенной шкаф. Кровать соединить. Туда. Двухспальню купить. Высота потолков 165 сантиметров. И здесь островочек. Гостиная, совмещенная с кухней. Мраморная столешница. Бытовая техника фирмы Бека. Бека, холодильник такой, тоже Бека. Так, мраморный пол. Проект был сдан в 2009 году. И вот такой вид. У нас здесь открытый большой бассейн. Отсюда большой спуск есть, где-то 15-20 метров, где-то под углом 40%, потом нормальный спуск где-то под углом 20%. И еще есть дорога, отсюда идете, спускаетесь, это подальше там будет расстояние. Но там уклон тоже 15-20%, вот так спускаетесь к главной трассе, то есть главной дороге Димчай. Там вся инфраструктура для жизни. Также в шаговой доступности есть несколько магазинов. В этой стороне А101, здесь маркет, там шок-маркет, фруктово-овощные магазины, аптеки, рестораны, пекарня, и все есть. Там
подземные переходы к песчаному пляжу района Тосмор. Их несколько там переходов к морю. И расстояние до центра города, именно город в той стороне, на машине 5 минут езды. До Махмутлара тоже 5 минут езды, до города тоже 5 минут. Золотая середина — это район Тосмор, вдоль речки Дим. Там парк и тому подобное. Здесь вот такой балкончик большой. Один большой балкон, один маленький балкон. Итак, дорогие зрители, покажу я вам снаружи фасад здания. Тут два лифта, первый, второй лифт. Есть кладовка у каждой квартиры внизу на первом этаже. Вместимость 5 человек. Вот такая у нас территория. Вид на горы. Чистый воздух, тихо, спокойно. Тут редко машина проезжает рядом. Птички делают там. Вот такой фасад здания. Цена, дорогие зрители, 158 тысяч евро. Айдат 500 лир. Звоните, пишите по номеру плюс 90 555 064 91 10. Парковочные места у нас снаружи. Здесь есть вот этот подъем, который я говорил. Тут тоже построят в будущем новостройку впереди. Вот тот спуск покажу. Вот машина проехала. Вот этот 10 метров крутой спуск. 40%. К морю вы можете отсюда выйти. Когда вернетесь, можете с той дороги вернуться пешком. За этим зданием речка Дим. А также магазин в этой стороне. С вами был Агасий, Солнечный лайнер, район Тосмор. Всем пока-пока.